Здравствуйте, мир вам. Здравствуйте. У нас судил Куча. Нам тут есть. Я разговариваю, ты молчишь. Иди лицо помой. Вика, собери ее лицо помыть. Она ужасно грязная. Вот, отопление, котел купили, купили трубы. Здесь целый день окна вставляем, тут штукатурим, тут столько работы, у меня вообще секунды свободно нету. Дети все грязные. В общем, кто где бегает, кто на улице, где что, у нас ремонт большой. Заснимочек. И второй. По 4, да? 24. 80. И двухметровый. Ну, да, где-то так получается. Да, ну тогда все вместе надо. Помогите, пожалуйста. Как вас зовут? Как вас зовут? Тимур. Тимур? Где регулирующий насос? Давай, мам, быстрее, а то у меня скальзит. Заснять. Поставь. Ну, что-то что у нас? Ой. А, это батарея включается. Радиатор? Да, это радиатор. Раз, два, три, четыре, там пять, шесть, семь, восемь штук. На два этажа. А это что? Ну-ка, отпусти, дай посмотри. Это что у нас такое? Аппарат для сварки пластиковых труб. Ага. Аппарат для сварки. Дальше. Это соединение. Соединение. Ой, а вы туда эту отнесли, ему надо будет сейчас отнести. Ну ты сюда и принеси, покажи. Так, это расширитель. Это расширитель. Большой. Это котел. Это, мам, Юля же себе воду проводит, что ли? Да, это Юля себе воду проводит. Ну вот. Вот, печку закупили мы еще. Котел. Уже, видишь, его уже позапачкали. Это котел такой, что ли? Да. Вот он, смотри, какой. Он тут вообще, можно. Он качественный. Тут можно. Это производство готовить. Вообще. Да, здесь еще плитка есть. И вот здесь, смотри, сразу идет в комплекте электро. Если я, допустим, уезжаю на неделю, я вот так его включаю, тен сюда, вот ставлю, здесь электричество подключается, и он спокойно выставляешь температуру. И он, в общем, это... Вообще так он от газа, да? Нет, это уголь. Уголь-дрова. Уголь-дрова? Да. Костюм. Ну, понимаете, как все может вот это? 3-4 дня будет это монтироваться. Отопление. Окна уже завтра будут вставлять. Двери там через 2-3 дня. Вот так. Ну, а это самое, там же тоже надо и штукатурить все, и это они будут делать. У меня, знаете, как произошло, тут все чудесным образом происходит. Вообще, я молилась. У меня брат, помните, я вам говорила, старший? Ну. У меня старший брат есть, на 3 года старше, Василий зовут. И вдруг, когда мне нужно было делать отопление, он же этот менеджер по продажам крупной этой... Формула М2 у него такой, он уже как, он там и директором был, и все вот такой. И он увольняется, его, значит, начальство съело там какое-то новое. И он мне, главное, звонит, говорит, да я увольняюсь. Я говорю, а я хотела подешевле котел, чтоб ты нашел. Так, это мой брат, он заберет Андрея Кирилла. Сказал домой, потому что ночевать нам теперь негде. Вот, все поразрыли тут. Так, вот последний радиатор. Сейчас они будут устанавливать там. В пол обратку делают. Настю соседка Екатерина забрала. Машу, Соню, Елена Валентиновна с церкви заберет. В общем, я буду уборку наводить. Главное, он проработал на этой работе 15 лет. Представляете, на одном месте 15 лет. Вот. И вот сейчас он все закупает. Он мне котел уже на 5000 дешевле нашел, тот же, хорошего качества. Там трубы дешевле, но все дешевле. В общем, и вот я с ним начинаю про Бога говорить. И он даже про Бога начал прислушиваться. Он говорит, откуда деньги? Я говорю, вот такие люди.
что это все, это церковь, что такие верующие. Он так удивился, он так задумался. Вот. В общем, ну вот сейчас вот он этим занялся вопросом. Он говорит, ну если так люди помогают, я тем более должен помочь тебе, как брат, пока есть время. И главное, вот это все недавно произошло, в этот день, как мне, я искала, искала, тут все приходили, столько мошенников было. И помолилась, и главное, брат уволился в этот же день. Его просто начальство уволило там, ну, они по собственному желанию как-то. Ну, даст Бог, может, и помогать будет, смотри. Ну, он без денег, но он, по крайней мере, у него мозги же есть, и вот эти все закупы, он же этот менеджер оптовых продаж. Ну, вот такой он и нужен такой, потому что, ну, деньги будут, надо ими по уму распоряжаться еще. Ну, он экономист, управленец по образованию, аграрный у него, университет окончил. Ну, хорошее окошко. Вот, тут осторожно, не упадите. Не, а тут дальше происходит. Приходят ко мне 6 узбеков и говорят, нас их с квартиры отовсюду выгнали, говорят, это, можно мы у вас в подвале один день хотя бы переночуем? Вот там дальняя комната, подвал, там такое страшное помещение, но они согласились. Я говорю, мне надо штукатурить. Они говорят, мы тебе поштукатурим. Все, и поштукатурим, представляете? Вот видите, здесь Кирилл, сними, вот здесь отштукатурили все. Да, когда пришли 6, тут узбеков Бог нам послал. Да, здесь не отштукатурили, вот здесь. Вот здесь, смотри. Да. Вот они отштукатурили, видите? Вот запчасти, да, от этой? А, это да, вот, купили. Но... Приходится к этому котлу, значит, сэндвич-труба идет. Вот. Потому что иначе, если простую трубу ставишь, котел один год, и он все. И он, туда идет конденсат, обратно поступает. И а что такое через год труба? Сэндвич-труба, это две алюминиевые трубы, идут ток, а внутри идет утеплитель. Mm. Ну, это такая вот система. А вот еще мы... Они тут двойные, видите, как идут, вот здесь еще утеплитель идет. И поэтому конденсат не идет в котел, котел не портится, он долговечно, лет 30 спокойно работает. С такой трубой. Но она стоит 20 с лишним тысяч, вот эта полностью труба. Потому что ее нам надо поднять на 9 метров вверх. У нас идет конюк 9 метров. Вот, еще одну замазали стенку. Ну, здесь поштукатурили уже. Здесь они живут. Тут спят у них, какой бардак вообще. Вон стенка, еще одна тоже. Тут вот они тут. Ну, здесь вот потолок покажи, чтобы все прогнило. Вот это надо все менять. Это вот пол, он может обрушиться в любой момент. Опасно, все надо поменять. Лестницу сделать, да, теперь с этой стороны. Уголь, прям сразу. Вот. Сколько раз? Ну, вот здесь могут не допустить, это ветхое жилье. 4, 5, 6, 7 лестниц. Ветхое жилье, поэтому они нас, скорее всего, не допустят. Ну, они такие спокойные, не пьющие ничего. Вот они сегодня отштукатурили одну комнату внизу. А до этого я нанимала, тоже узбеков наняла. Трое человек, они за 13 тысяч мне отштукатурили вверх и гипсом зашили. Ну а вот подвал сейчас, вот эти они, вот я им 3 тысячи дала, они вот весь подвал сейчас сказали, мы все отштукатурим и заштукатурим. И сколько у тебя времени ушло на это? Мне? Да. Ну минут 40, да? Да. Не больше. Азам. Ну, спасибо тебе большое. Я тебе должна сколько-то денег, да? Ни за что. Как ни за что? Ни за что. А ты что, это ради Бога сделал, да? Да. Ну, слава Христу за все. Аминь. Вот тоже же Бог послал, да? Конечно. Вот она... Это от Господа, да. Это 6 человек прям. Они сегодня за день весь подвал отштукатурили. Я зашла, мне глаза прям такие огромные. Ну и пускай поживут пока, Лен, ничего страшного. Если им некуда, пусть поживут. А, баню сделали еще. Баня. Это вот. О, окошко поставили. Горячая. Ну, за 1800, ну что ее не взять, такую печку-то? Вот они тут выложили, кирпичиком сделали. Я тоже, это вот арматура, и печка сделала. Вот они тут поделали все тоже. Осторожно. В общем, и дверь сделали, смотрите. Это сами успехи, дверь сделали. Вчера. Ого. Вчера один день узбеки сделали дверь. В баню, да? В баню, да. Смотрите, какая дверь вообще. Вот такую дверь видели, какая мощная. Какие скобы.
Ну-ка, тебе. Какая хорошая дверь. И какую-то форточку нашли, уже прибили. Один день работали. Вот узбеки, один день поработали. Комнату заштукатурили, дверь сделали, окно сделали, печку выложили. Да, они в деревне работали на какой-то, им там еще зарплату не дали. И им деваться некуда, на вокзале не будут же ночевать. И они попросились ко мне на подвал. Ну, я говорю, ну, я только помолилась, я думаю, это Бог послал. Их можно пустить. А этот старший, у него имя Азам, это по-нашему Александр. Азам, ну мы зальем сегодня под печку, а? Сейчас. Ну с утра же надо. Сейчас на работу, маленькая работа есть. Ну хотя бы раствор как-то, я не знаю, надо же залить с утра бы. Сегодня? Да, сегодня печку надо устанавливать. Азам, пожалуйста, ради Бога. Ну с утра залить, прям вот там полчаса работы. Кто мне помогает? Я буду помогать. Слушай, я говорю, надо же, все Александры помогают. Вот. Ну, готовить. Слава Богу. Ну, вот так. Вот. Сейчас вот это все в кучу. Все сразу. Какими-то быстрыми, такими прям все. Я сама вот только смотрю, все делается. Я даже не успеваю. Меня только зовут там что-нибудь спросить. Ну, вот, начали делать отопление. И нам придется уходить. Так что на сегодня все. До завтра.